Всем привет, меня зовут Юля, и это мой канал о вязании. Сегодня я хочу показать этого космонавта. Как правильно эта игрушка называется, этот персонаж, я укажу в описании к видео. Я знаю, что с этими персонажами есть игры, есть какие-то мультики, но где-то у меня дочь увидела и говорит всегда: «Мама, мама, хочу космонавта». И на днях она меня заставила слепить из пластилина. Но на следующий день, когда она это все превратила и все смяла вместе, я поняла, что я лучше ей свяжу и не буду тратить время и лепить. Игрушка получилась небольшого размера. Я обязательно укажу точные размеры в описании. И знаете, я пробовала разные размеры, но вот этот мне показалось, что ребенку будет комфортнее держать. Решила все-таки черным цветом вот здесь выделить мордочку еще. И все детальки наполнены были синтетическим наполнителем. Для работы я буду использовать пряжу от Yarn Jeans. Она стоит 110 рублей. У нее 50 грамм, 160 метров и хлопок полиакрил. Она приятная в вязании, комфортная, легкая, то, что необходимо. Далее еще я буду использовать маркеры, иголочку, потому чтобы все шить, ножницы. Крючок у меня 3,5, но еще хочу подметить, чтобы вы выбирали крючок все-таки под пряжу. Не знаю, с крючками у меня часто такая проблема, что здесь указаны могут быть совершенно другие номера. И когда сравниваешь один и тот же номер, он может даже сильно отличаться. Также еще буду использовать синтетический наполнитель. Ну что, давайте приступим. Делаем сразу две заготовочки, которые будут ножками, а потом уже и само туловище. Делаю кольцо амигуруми, продеваю крючок, захватываю ниточку и провязываю воздушную петельку. Я эту воздушную петельку не считаю за столбик без накида. А далее провязываю 6 столбиков без накида. То есть продеваю в центр кольца крючок, захватываю ниточку и провязываю 2 воздушные петельки на крючке. Далее опять продеваю крючок, захватываю ниточку и провязываю 2 воздушные петельки на крючке. Опять продеваю крючок, захватываю и провязываю. И таким образом мне необходимо провязать 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ну, можно чуть-чуть совершенно подтянуть, чтобы видеть что-то. И вот, в первый столбик без накида, вот он у меня. Продеваю, вот эта воздушная петелька, я ее не трогаю, а вот здесь вот столбик без накида у меня. Продеваю крючок, захватываю ниточку и провязываю. Теперь, только теперь затягиваю. Мне так удобнее всего. Я делюсь с вами так, как я вяжу. Потому что потом все, когда сразу затягиваешь, можно что-то и не найти, как говорится. Итак, провязала один столбик в одной петельке. Маркер также пока не ставлю. В втором ряду у меня будут прибавки в каждой петельке по 2 столбика. Я один столбик провязала, еще мне необходимо провязать один столбик. Провязываю в этой же петельке. И это прибавка моя. Все, у меня прибавка в первом столбике уже есть. В следующем столбике я провязываю один столбик без накида. И еще один столбик без накида. В следующей петельке опять провязываю один столбик без накида. И еще один столбик без накида. В каждой петельке провязывается по 2 столбика. Во втором ряду я считаю их количество. 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. То есть во втором ряду запутаться вы не сможете, потому что там идут прибавки в каждом столбике. И только сейчас я закреплю маркер. Почему я сразу маркер не закрепляла? Потому что и так там мало места, куда его закрепить. Это все так неудобно почему-то. Поэтому мне проще уже на таком этапе во втором ряду закрепить маркер. В третьем ряду расстояние между прибавками будет один столбик. Я провязываю один столбик. Далее прибавка. То есть 2 столбика в одной петельке. Далее опять один столбик в одной петельке. Опять прибавка, то есть это 2 столбика в одной петельке. 1 столбик, 2 столбика в одной петельке. 1 столбик, 2 столбика. 1 столбик,
2 столбика в одной петельке, 1 столбик и 2 столбика в одной петельке. Теперь мне осталось провязать 6 рядов без каких-либо прибавок. То есть я вяжу 6 рядов. В каждом ряду у меня остается неизменное количество петель. Это 18. Ниточку внутри необходимо закрепить. Ножка готова. Смотрите, вот здесь была последняя прибавка. Я от нее отсчитываю 1, 2, 3, 4, 5, 6. Все, 6 рядов провязано. По кругу 18 столбиков без накида. Таких ножек мне необходимо 2. Я уже связала. Сейчас будем соединять. Это ножка, которая отрезала я от ниточки. Она будет левой. Это будет правая у меня. Провязываю 2 воздушные петельки. 1, 2. Я убираю маркер. Беру вторую ножку. И смотрите, вот здесь у меня был конец рядом. Вот здесь я продеваю крючок. Захватываю ниточку и провязываю столбик без накида. Далее опять продеваю крючок, захватываю ниточку и провязываю. И так провязываю все 18 столбиков на этой ножке. Продеваю крючок, захватываю ниточку и провязываю. Продеваю крючок, захватываю ниточку и провязываю. То есть мы сейчас соединяем наши ножки. И вот здесь, обратите внимание, последний столбик также я провязываю, провязала. И только сейчас я закреплю во внутренней стороне эту ниточку. И можно ее просто спрятать. Провязала 18 столбиков и подошла к двум воздушным петелькам. Значит, мне надо провязать 2 столбика без накида. Я продеваю вот здесь крючок за одну часть косички и провязываю столбик без накида 1 и второй столбик без накида 2. Провязала. И далее смотрю на вторую ножку. И сейчас ее также обвязываю. Вот здесь у меня был столбик без накида. В соседнюю петельку продеваю крючок, захватываю ниточку и провязываю дальше. Восемнадцать. Здесь также провязываю 2 столбика с этой стороны. Ищу петельку, одну провязываю и вторую петельку ищу и провязываю столбик без накида. Все. Первый ряд провязан, можно перенести маркер и отметить первый ряд. И сейчас я провязываю по кругу 15 рядов. Убавки никакие не делаю, а просто провязываю столбиками без накида, где был маркер. Вот здесь я считаю 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 13, 14 и 15. 15 рядов я провязала. Сейчас я буду делать убавки. Я хочу маркер перенести чуть повыше, чтобы было мне удобнее. И будем делать убавки. Но сейчас беру синтетический наполнитель и набиваю посильнее ножки. Самое главное мне сейчас именно сами ножки утрамбовать хорошо. Сейчас я буду делать убавки, но у меня лишние 4 столбика. Поэтому я изначально сделаю убавку. Я за переднюю часть косички продеваю крючок и за вторую тоже. Вот так должно быть. Захватываю ниточку и провязываю. Далее провязываю 4 столбика уже за 2 косички. Раз, с каждой своей петельки. 2, 3, 4. Убавка. Опять за переднюю часть косички одного столбика и за переднюю часть косички второго столбика. Захватываю ниточку и провязываю 2 воздушные петельки на крючке. Опять 4 столбика каждой своей петельки. 1, 2, 3, 4. Убавка за переднюю часть косички. Опять провязываю 4 столбика. 1, 2, 3, 4. Убавка.
части косичек. 4 столбика. 1, 2, 3, 4 убавка. И у меня остается еще 2 столбика, которые я также сделаю убавкой, потому что они же у меня лишние, то расстояние между ножками было. Я там провязала 4 столбика. В следующем ряду между убавками 3 столбика. Я провязываю 3 столбика. 1, 2, 3. Убавка. 3 столбика убавка, 3 столбика убавка, убавка. И смотрите, у меня же еще 2 столбика, получается, надо убрать. И опять так же в конце ряда, где у меня по 3 раза были убавки, еще провязываю 1 убавку. Сейчас можно чуть-чуть сильнее набить игрушку. Далее опять идут у меня убавки, между убавками уже 2 столбика. 1, 2, убавка, 2 столбика убавка, 2 столбика убавка. И если у меня остаются еще лишние петельки, а она будет, я сделаю также убавку. Я провязываю убавки, сейчас между убавками 2 столбика, в следующем ряду будет 1 столбик, и потом убавка, 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 и уже я буду соединять последний ряд. То есть все делается так же. Прибавки, убавки, они одинаковые. Просто делаются по-разному. Последний ряд провязываю. И смотрите, у меня что получается. 1, 2, 3, 4, 5, 6 столбиков. Теперь можно снять маркер. Вытягиваем. Берем иголочку и закрепляем последний ряд. Ищу самые крайние петельки. И за каждую продеваю. Затягиваю потуже. Вывожу ниточку. Закрепляю. Я здесь даже закреплю узелком. Пришивные детали все равно у меня здесь будут. Основа готова. И сейчас мне необходимо сделать вот эту часть. Для этого я также беру синие ниточки. Провязала 12 воздушных петелек, делаю воздушную подъемную петлю и провязываю столбиками без накида, прямоугольником, поворотными рядами 7 рядов. Получается вот такой прямоугольник. Смотрите, дальше, чтобы он был более объемный, я вот это 7 ряд, он у меня будет вот так, чуть-чуть я его потом подожму. И мне надо вот здесь провязать именно по этой стороне 6 столбиков без накида. Я смотрю просто, где мне удобно за что ухватиться, и провязываю именно 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И сейчас уже по этой стороне я провязываю. Здесь и здесь у меня по 12 столбиков получается, а по бокам по 6 столбиков. Отрезаю ниточку чуть-чуть подлиннее, потому что будем потом пришивать. Соединяю по кругу, продеваю в последнюю косичку крючок, захватываю ниточку и возвращаю обратно. Беру белую пряжу, я набираю 6 воздушных петелек. 4, 5, 6. Всего по кругу я провязала 4 ряда. Беру черную пряжу, обвяжу по кругу без каких-либо прибавок. Я хочу, чтобы была такая, знаете, окантовочка более яркая. Провязываю. Ниточку оставлю подлиннее. Я ведь буду пришивать. Обязательно продеваю через косичку последнего ряда, захватываю. И возвращаю обратно. Другие узелки можно соединить, чтобы они нам не мешали, и отрезать лишнее. И начинаю пришивать. Смотрю, чтобы все было ровно. От макушки я отступаю 8 рядов и вот сюда продеваю ниточку, и потом сразу же в соседнюю. Вот сюда, видите? Продеваю вот так. И затягиваю. Опять
можно без разницы с внутренней или с какой стороны, беру за две косички и обратно возвращаю. Когда вернула обратно иголочку, продеваю уже сразу же в соседнюю дырочку вот так, захватываю две петельки, возвращаю обратно и сразу же, когда уже у меня игла в игрушке, сюда в соседнюю дырочку. Немного вот здесь оставляю я непришитым и заполняю опять синтетическим наполнителем. И пришиваю до конца. Таким же образом буду пришивать рюкзачок с обратной стороны. Вот такие космонавты у меня получились. Всего хорошего. Пока-пока. Вяжите с удовольствием.